Почему я продала всех коз? У нас игры бешеные, сейчас стерозы мне сломаете. Все сам. Сам уронил, сам доставай. Нурик, мячик утопил. Доставай. Давай, давай, доставай. Молодец, ищи, ищи, доставай. Ныряй. Ну, как ты его туда уронил-то? Не надо копать, доставай. Ныряй. Ищи, ищи. Давай. Доставай сам. Все сам. Сам уронил, сам доставай. Вот, молодец. Еще, еще, еще. Не надо копать. Ну, ныряй, ныряй. Ныряй. Ищи. Сейчас Фрося нырнет. Фрось, доставай мячик. Фрось. Ты заяц. Морда мокрая. Морда мокрая. Ну, доставайте, давайте. Мячик там. Ну и давай, доставай. Фрося столько воды не выпить. Не проси ее. Он просит ее, чтобы она достала. Да? Мячик, мячик, мячик. Мурочка, доставай мячик. Самурай. Доставай. Ищи. Где мячик? Ищи. Ищи, ищи. Самурай, ищи. Ну? Самурай. Где мячик? Вот, молодца. Хорошо. Ну, вот так и живем. Ну, кстати, о птичках. Почему я продала всех коз? Да вот просто потому, что взяла и продала. Зато смотрите сейчас, какой хороший выгул у собак. Собаки здесь резвятся. Ну, здесь девчонки живут. Они недавно текли обе. Красотка. Вот эта красотка, красотка пасет зайца. Ей надо очень кролика. Она ее очень хочет. Не знаю, что сделать. То ли съесть, то ли удочерить. Вот. Но она очень тянется вот к малышне ко всякой. Да, у нее очень такой развитый материнский инстинкт. Да? Да, Женечка? Очень мамочка, я люблю быть. Нынче, конечно, мы никого не вязали. Вот, нам щенков хватило. В прошлом году застрелиться. Так что... Вот. Да, моя девочка, моя красавица. Вот такой хороший выгул у нас теперь для собак. Надо подкосить. 2 недели назад или 3 косили, уже не помню. Травка подросла. Неудобно там чистить какахи их. Вот. Значит, что еще? А под окнами, где жили собаки у нас теперь будет развиваться территория и будет там цветник. Да? Цветник, растения, красота, уют. А раньше там жили... Ну, они не жили там, они гуляли там постоянно целый день. Вот. А здесь сейчас очень удобно. Огород не вытаптывается. Ну, самурай выходит от них. Он у них только приходит в гости поиграть. Зато огород мой свободен. Потому что в огороде... Ой, Муся пришла. Ты где была? Вот. В огороде самурай ходит один с нами, но он не вытаптывает, ничего не ломает, ведет себя культурно. Вот. А если их всех выпустить, тут, конечно, будет разгром полнейший. Сколько они здесь деревьев переломали. Вот мы живем нынче 4 года, мы в первый же год посадили деревья. Так сколько они их переломали, мама дорогая. Вот. Так и вот эти деревья, которые мы посадили осенью, и то они ломали. Так что... Так что вот, здесь я планирую в следующем году ничего не сажать, цветочки только останутся по краям, а здесь будет полянка, качельку мы сюда перенесем, ту нашу убитую, покрасим ее, поставим как надо, и что еще? Лавочка, столик, все будет здесь, все будет красиво. И аккуратненько. Всем доброе утречко. Да?
Мы тут гуляем. Я, знаешь, вчера огород поливала, поливала. Ночью бах и дождик дал. Вот. Ну, хорошо. Прошел и прошел, но он не сильный был, потому что немного воды набралось. Женечка! Ай, по грядкам кто пошел? Я выпустила собак погулять, естественно. Они мне тут везде носятся. Не знаю, что с бассейном делать. Наверное, уже надо его выливать. Купания, наверное, уже все закончились. Еще у нас сломался фильтр. Поэтому будем, наверное, чистить его в выходные и убирать. Да, заяц? Теплицы открыла. Ночью прохладные, теплицы сейчас закрываю на ночь. Да, Женечка? Иди ко мне, моя хорошая. Что ты побежала-то? Она зайца все пасет, она все пасет. Зайца моя девочка. Ей все надо. Что ты так щелкаешь зубками-то? Жека, Фрось! Фросечка! Фрося! Ей все надо зайца приласкать. Сейчас теплицу с этой стороны, наверное, открою тоже, чтобы проветрилось. Вот. Косить надо опять. Трава растет. Все зарастает. Быстро очень. 2 недели назад косили. И уже все. Трава высокая. Кабачки колостятся. Собрала недавно кабачки, мы на ней опять наросли уже. Ну, дождик был, конечно, мелконький, земля сухая. Что это вообще? Ни о чем. Так что хорошо, что я полила все. Ребята! Девчонки! Так, надо розы, которые отцвели уже. Тихо, 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 тихо. Ну, не носитесь по грядкам, пожалуйста. Вот такие у нас игры бешеные. Сейчас все розы мне сломаете. Самурай, там играть идите. Фрося, пойдем. Идите там бегать. Вот там идите играйте. Зачем это все на цветах делать? Вот так вот мы, у нас такие дикие игры. Вот пошел. Женя, иди туда и бегайте там. Вот здесь можете носиться сколько угодно. Да? Играйте. Свои бешеные игры. Пойдем, Фросечка. Ну, на грядку-то ты зачем пошла? Цветочки нюхаешь, да? Ты моя бабусечка. Ты моя бабусечка. Фроське у нас уже 11-й год. Да, моя хорошая. Иди сюда, Фрось. Палатку накрыли укрывным. Тоже, наверное, надо ее убирать. Промокает она. Блин, теперь сушить ее надо. Травку кушаешь? Кушай давай, травку кушай. Фрось это у нас спокойная, хорошо себя ведет. Ой, паучков каких-то насобирала. По каким кустам-то лазила? А по каким кустам? Ну, походи, погуляй. Вот, капуста колосится. Капусту кто-то ест. Укроп надо собирать. Огурцы надо посмотреть. Может, наросли уже, засолить пару баночек. Я нынче вообще-то не хочу. Надо прошлогодние все доесть. Вот. И не хочу много мариновать. Так что вот, огурчики вроде пошли. Все нормально, все хорошо. Вышла на улицу, слышу, где-то что-то гремит. Солнце светит, я обалдею. На солнце жара. Что, что, что? Я тебя не выпущу, ты по грядкам бегаешь. Мы сейчас это, Женечка. Солнце светит, я обалдею. А что я обалдею? Где? А вот где гремит. К нам идет гроза. Вау. Не бойся, Жень. К нам идет гроза. Сейчас подойду к этому краю дома. Страшно гремит-то. Страшно гремит. Вот. А нам с девчонками ехать в поликлинику к стоматологу. Угу. Ну, сейчас солнце-то спрячется. Я так понимаю. Парёшка такая стоит прямо душно. Душно на улице. Ну, все. Мы ждем грозу. Придется нам ехать в дождь. Ну, куда деваться-то? Вот, солнышко.
спряталась за маленькое облачко. Вот, слушайте, гремит как. Вчера я поливала, значит, поливала. Ночью был дождик под утро. Ну, не совсем сильный, потому что... Вообще не сильный. Потому что все сухо. Так что надо гороха насобирать. Здесь девчонки-то у меня и мальчишки. Ты не видишь, что тут горох? Вот он какой зелененький, вкусненький. Гремит. Мы еще дома такие сидим, не поняли, что за грохот. А у нас, оказывается, дождик. Это да. Вовремя я вчера собрала смородину черную. Варенье сварила уже. До кипения довела, выключила вчера поздно, уже в 10 часов вечера. Сегодня вечером доварю. Банки надо помыть, подготовить, простерилизовать. Доварю и горяченьким разолью. Вот. Так что... Ты хороший, не бойся. Вот, не бойся. Мне не надо лазить по столу. Да. Не бойся, это просто швабра. Голуби Краснокамска. Гульки. Гули, гули. И Ксюша. Ваше впечатление от стоматолога? Не говорите все, что вы... Все оказалось хуже, чем мы думали. В смысле хуже? Маша, ну выскажи свое мнение. Нет. Я хотела, чтобы мне было больно. А мне быстро поставили пломбу и сказали, ты свободна. Мне и то дольше делали. Я даже заплакать не успела. Да? В это время я немножко поплакала. А Ксюша вышла из кабинета и сидит и ревет. Я говорю, ты что ревешь-то от счастья, что ли? Да.